как? Ну зачем ты открываешь? Он же там. Run. Опа! Блин! Испугались? Обосрался. Вот он дом! Голубой. Надо, чтобы он сел в кресло, тогда он не видит. Видь! Run. Давай на крышу заберем. А, все видишь, провода к нему идут. Там тюрьма какая-то. Что за ужас тут творится? Это, наверное, самая высокая точка в этой игре. Вот тут, вот, вот, вот. Последний. Ключ. Пацаны, вообще, ребята. Всем привет, карапузы. Мы вернулись. Я не понял. Давай по новой. Все фигня. Всем привет, карапузы! Мы вернулись! Мы снова с вами, мы продолжаем проходить «Привет, сосед, вторую часть». Вам страшно, а нам не страшно. Мы берем и проходим. Смотрите, как мы это делаем. Это кто едет? А хотел Дорс поснимать. Ты что, с ума сошел? Серьезно. Я знаю, что... Дорс можно вдвоем играть, Ром. В смысле? Ну ты и я вдвоем будем проходить. Тут только тут может нас ловить сосед. Так, а тут это... не было открыто, да, этой фигни? Да. Так, смотри, а тут что-то надо положить сюда. Надо плитку найти, дом, типа. Так, 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 и сюда что-то надо, и сюда. Тут помнишь, как мальчик, привет, сосед и девочка, такое же самое, три штучки, надо будет в конце. И тогда откроется сейф, наверное. Дом. Это этот? Его надо установить. Не, надо на красный. Если красный дом, значит... Гениально! Рома, смотри, как мы уже... Мы уже... Открыли там дверь! А где сосед? Да там ходит. Соседушка? Да, там соседушка. А, ничего не ходит, потому что мы не открыли дверь. Да. Тут нужен ключ. Так... Вот тут сосед! Подожди, мы сначала в этой комнате все должны просмотреть. О. Надо, нам скоро можно будет как-то туда на крышу попасть. Сосед. Ты слышал, кто-то сказал? Он где-то, значит. Сосед. А давай мы не будем открывать. А же если лопату взять? То есть все сначала? Не, просто... Мы откопаем ему яму и туда его закинем. Hello, motherfucker. Ку-ку. Он сидит в кресле. А ты его там не проберёте. Пап, зачем ты открываешь? Он же там. Run. Опа! Привет! Опа! Привет! Ты что, за нами говоришь? Всё, пошёл. Кукушки! Тут будет ворон. Я тебе хочу его фигурку. Блин! Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Ах ты злодей, злой усатик. Где этот злой усатик? Тут где-то ворон. Вот, ворон. Там, бля. Какая? Где? Вот там у него на крыше валяется. Ну дай позайду к тебе, ну чё ты? Да блин! Когда у тебя здесь стрелки, то что ты... Блин, как его отвлечь? Как он там? Это его дом. Закрыто. Он запёр. Это его гараж с машиной. Да. Теперь, по сути, мы теперь сможем как-то попасть наверх. Вот туда вот. Прям надо. Блин, а где наш дом? А где наш сосед? Да есть наш дом. Где? У нас в рюкзаке его нет. Да, у нас в рюкзаке его нет. Надо домой сходить. Значит, он дома лежит.
Где он налево, сосед? Сосед там. У него там дом голубой. Надо, чтобы он сел в кресло, тогда он не видит. Видит? Тихо, тихо, тихо. Он будет спокойно сидеть, я чувствую. Да, блин, смотри на него. Он смотрит за домом этим. Это я... А то кого? Тут никого нету. Постоянно, блин, встает. Он, он, блин, то седает. Фу, дом. Дом себе. Ха-ха, не успи. Он не видит. Он, мы теперь сможем. И? Да. Там лом еще один лежит. Лам. Вот. Лам. Он какой-то... Он какой-то желтый. Да блин. Ку-ку. Ку-ку. А, он не свалит, пока мы не уйдем. Не уйдем у него за вас. Вот он будет на нас смотреть так. Он нас пристанет так. А жопа? Че он стоит, дочь? Блин, он услышал. Слышал, конечно. Что-то ты рвался там. Трется он что-то там. Дочь трется? Он уже завтыкал, забаговал. Не завтыкал. Не забаговал. Надо за второй этаж сразу ему заскочить, да? И, а мы тут ховаемся. И что ты нам сделал? А что он делает? Он услышал, как мы по стеклу побегали. Стекло это его хранитель. Это его честь. Хоть бы позаметал, блин, стекло. Это так и сделано, чтобы он нас слышал. Упс. Закрыть дверь. Помни. Все. Он что, открыл? Да. Капец, ну не ходил же ж, блин. А ты нас не достанешь. Показалось. Показалось, блин. Показалось, соседушка. Блин, он видит. Он видит, но нас не может достать. Да я вылез, блин, из как у нас... У него что, руки вот так? Да чё ты, блин, ну чё ты? Ну чё? Давай, чтобы он опять завтыкал. А что это такое? Лом! С жёлтой покраской. А у нас какой-то оранжевый. Чё мне надо? Бля, пойди воду. Он сейчас зайдет сюда. Всегда, когда мы сюда заходим, то он сюда. Это канализация. Прям. Давай, вали отсюда. Ты пострекай мне крутая тачка. Ты это у него с первой части. А что тут нам надо? Ключик? Гаечный. А гаечный ключ? Да. Конечно, он где-то тут. Да нет. Его машина. Там. Что он тут должен свою чинить? Блин, это палец не показывает, я ничего не вижу. Что тут лежит? Это что такое? Гаечный ключ? Какой-то рычаг. Да, наверное, гаечный ключ. Да не, ну что это такое? Гаечный ключ у меня там. Что там, может, лежишь? Нет. Хоть тут его нету, бля. Вышел у нас фары. О, глаза. И зачем? И что? Что произошло? Там открылось. Капот открылся. Багажник. Что это за маска, блин, свиньи? Кабана.
Может его так напугать? Ты больше там ничего нет? Он сюда зашел. А нет. Та це. Он настоящий певец. А что тут певец сосед, он еще с бородой. А обычный певец сосед, он с усами. Тут и с бородой, и с усами. Он выглядит как коп. У него голова как копа. Усы как копа. И... А что тут у него? Можно тут прятаться. Он сюда даже и не заходит. Может, его кабаном напугать, чтобы он выбежал из дома и начал орать. Что, типа, ты убил кабана, и он будет в шоке. Из дома выбежит, и нас никто не будет ловить, и мы сможем просто рассматривать все. О, тут можно вылезть. Нужен лом. Лом. Нужна монтировка. Подожди, а, точно. Ну, опа, и можно открыть, и можно вылезть. Для прикола. И куда мы попадаем? На улицу. А, просто. Как просто. Да, чтобы сквозной выход. Все, а теперь мы сможем заходить сюда. Без выхода обычного, или без входа обычного. Все. Где этот пуканище? Где этот пуканище? А вот пуканище. Он еще слышит, когда дверь открывают. Да. Это пуканище. Что там? А. У него ботинки какие-то лети. Так. Ну, я одежду потом, новый костюмчик. Ну, это на второй этаж попадает. Ну, фонарька мой. Только там завтыкал. Ты думаешь, он опять завтыкал? Не, ну когда он завт. Run. Я вылетел прям пулей, смотри. Теперь на второй этаж быстро. Ого, на второй этаж прёт. Ё-моё! Где он? Всё, спокойно. В кресло. Как он говорит? Всё. Блин, тяжело, он постоянно контролирует дом. Да. Как и повар, то туда-сюда ходил. Какая-то карта, да? Выход на балкон. А это куда? Нельзя выйти. Твою мать, блин. Что ты вообще тут забыл? Я вниз. Не снимай, как кубик. Блин. Откуда он там взял? Он у меня этот забрал голову кабана. Блин. Забрал, конечно. Он все забирает. Типа с инвентаря. Не все. Что на радио. Пробрался в радио. Я бы такой... Нет, давно не ухожу. Как этот повар, он ходит туда-сюда. Да, блин. Все. Где он? А, он опять вниз пошел. О, сюда надо одеть кабана. Да? Да, а сюда еще жаба. Он забаговал. Я не верю, что он забаговал. Там дверь.
Убери пальцы. Надо все осматривать. Они, бля, девочка. Да, мы ходим. Все, мы попали на... Попали на крышу. Подойди. А это что такое? Да иди полезь там. Там. Какая-то... На крышу. На крышу. Тут... Там... Подожди. Тут надо три головы найти. Мы тебе подпали. Вот тут вообще закрыто. А по-моему у нас другого основания. Тут обычный балкон. Тут ничего крутого нету на том. Блин, вот. Все, мы теперь. Зачем он нам нужен? Ну, чтобы выходить с первого этажа на другой. Там можно просто спрыгивать. Куда еще спрыгивать? О, а тут на дерево можно? По-моему, нет. Это не обязательно. Там ничего крутого нету. А что тут крутого? Ты думаешь, ничего? Ну, что просто так оно так растет. Нет. Wi-Fi роутер. Надо на тот балкон. Надо найти Wi-Fi роутер. Там балкон есть, и он ведет на крышу. Тихо, слушай. А там что? Ну что тут такого интересного? Просто крыша. Ничего. Да надо все проверять. Все. Ну, это доска. Все, идти. Этот сложный дом. Посмотри, какой он огромный. По сравнению с домом повара. Дом повара вообще маленький. Да. Меньше первого. Да, меньше вообще самого первого. А что там? Какие пошли. Что это? Это чел. Или это фото? Что за голову? Какой нам отправил самолетик? Нет. Или нет? О, Wi-Fi роутер. А где ты видишь Wi-Fi роутер? Вот, фигня. Вот. Просто я вот эту лампочку называю Wi-Fi. Ясно, все. Бежим. Надо идти на балкон. На балкон под номером 0. Надо витрины его пробивать, там что-то интересное, да? Зачем надо пойти на балкон, надо там проверить. Витрина. Ты что вниз? О, а что тут за рисунок? Значит, где ты? А, когда мы то открываем, то значит там типа лестница. Где-то есть. А, вот что-то. Ну, нужен замок. Нужен ключ. Она не просит. Там кто-то наверху. Плачет. А кто-то плачет. Давай на крышу заберем. А, все видишь, провода к нему идут. Возможно, когда мы эти три головы найдем, видишь? Три головы, когда найдем, откроется. Все, мы теперь знаем. Давай на крышу. Давай. Надеюсь. Вот что мы хотели. Так, надо все обсматривать. Там мальчика спасем. Мальчик, походу, закрыл. У нас миссия найти три головы. Надо осмотреть все места. Одну голову. Кабана. Одну голову мы знаем. Кабана. Да, кабана. Она где-то у нас там была. В машине она так и лежит. Да, в машине где-то там. А это мы. Там тюрьма какая-то. Что за ужас тут творится? Видно, там кто-то есть. Да, кто-то есть. Но мы ничего сделать отсюда не можем.
Просто подзырить. Да подзырить. На крышу. Два выхода пути, а есть, можно было налево. Так, сейчас сначала мы тут все осмотрим. Потом о. Туда пойдем. Надо все осматривать. Так, надо смотреть, где мы стоим. Так, это просто, чтобы упасть. Падать нам не надо. Да, падать. Нам надо выше и выше. Так, вот и все. Второй бумаж. Да, это, конечно, не Самара. И не Урюпинск. И не Пермь. Как Дед Тоже Мороз. Ничего, но все-таки не Пермь. Мы ничего не пропустим. Как Дед Мороз в Сайдон 2. Мы там еще какой-то вариант был, ты. Да. Но еще ну, сначала ладно, потом мы попробуем с этой. А тут что? Оксана Антенна? Какая-то... Можно ее поменять? Чтоб был какой-то хороший интернет. И сюда надо что-то поставить. Да, и потом что-то здесь произойдет. Может где-то голова высунет. Боже, что происходит? Я не на Е. Упаду? Надо понять, как это расставлять. И сюда. Давай в трубу залезем. Давай Дед Мороза будем. А куда этот шланг? Вот он идет. Этот шланг, он идет сюда. Залазь. Боже, вот целая высота тут будет. Вон уже, мы выше почти у того дома. Это, наверное, самая высокая точка в этой игре. А что? Тут нам надо потом, наверное, будет как-то открыть. Так как? Тут даже не просит никакого инструмента. Там уже где-то внизу надо какой-то инструмент. Это вообще непонятно зачем. А там даже наш дом видно. Вон. Ага, видно, видно. А дом соседа. Ай! Больно в ноге. Надо где сюда вставить. Прямо это соседа вообще-то только усы. Какой-то это... Непонятно зачем на крыше, только для антенны. Да, Wi-Fi роутер. Ой. И теперь нам надо посмотреть, что у нас тут. Ничего интересного не можно найти. Окно, можно залезть. О, можно залезть в окно. А, это опять... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это просто... И все. Да, и все. Можно позвонить. Зачем ты там теряли время на эту крышу? Ну, теперь мы будем знать, что можно тут какую-то фигню делать. Мы будем знать, что мы не знаем, что делать. Это еще не конец. Я что-то упустил. Какую-то зацепку, мотив. И этот мотив... Нам надо вот этого кабана взять. Голову. Кабан. Как это? Плачет мальчик. Он перестанет к нам плакать. Он там. Я знаю, где он. Да блин, тут 1000 ключей просто надо будет найти. У меня одно ключа не может. Все, мне кажется, в витринах там лежит на первом этаже. Вот там все, прям, блин. Можно представить, что там дом лежит. Дом лежит. Видно, одна голова. Она с антенной, а другая голова, я не знаю, третья, она с домами. Сейчас мы его обойдем. Оп-па. На витрину бежим. Надо ломиком это все разбивать. Дом. Все, теперь... Сейчас будем разбивать ломик. Надо его заманить на другой этаж. Это когда он в кресло сел. Да блин. Эти стрелочки, палочки. Он тут услышит? Стекло, блин, он слышит. Все, красава. Сейчас надо будет забежать и отобрать. Что он будет делать? Он разбивает дальше? Он что, все дома хоть так? Все разбить?
Что ты сделал? Та витрина не разбивается. Витрина? Какая еще витрина? Ну витрина, где игрушка стеклянная. Витрина. Это чтобы двери закрыть. О, лом сейчас положит. Ложила. Где наш лом? Лом! Он сам наступил. Ну дай лом. А что у него какие-то другие ботинки? А? Ну кроссовки. Да, блин. У него кроссовки. Дальше разбиваем. Надо тот домик стырить. Блин, он присел. Он пересел на туалет. Ты, блин, посини еще капельку на туалете. В туалете. Ты писать еще хочешь? Ты писал. Ты, блин, писал. Выйди в шкаф. Возьми, какой шкаф. Жопу. Выйди. Идем? Да. Давай, беги. Как это он ушел только что? Как это он? Все, мы сейчас его. Как это он упал? Да, смотри, как это он делает. Смотри. Вот так. Так, у нас есть два дома. Блин, еще один дом где-то найти. Дом. Синий. Вот где синий. Синий на синий. Вот. Полицейский дом. Куча ключей. Блин. А там типа дом повара. А здесь желтый — это дом повара. Должен быть. Желтый — это дом. Ну вот смотри. Дом. Тут сначала этот, потом этот, а после этого этот. Так, блин. Что ты тут прёшься? Что мы ещё делали? Показывал валет. Что? В витринах уже ничего нету, блин. Еще с той стороны есть два. Как он ходит так? А, тут надо ножи. Блин. Вот так язык. Надо бежать, его заманят на второй этаж. И... Надо найти свой лом. Последний. Пацаны, вообще, ребята. Тут заколочено. Не надо отколачивать пока. Ворон! Картина ворона. Картина ворона. Так, в этой комнате надо найти что-то интересное. Паутинка не зря у нас. Мы уже нашли что-то. Какие-то про это растение. А что вот это такое? Ты что это такое? Это люстра. Это той вентиляции, а той интернета, связи интернета. Да нет, люстра — это не то. А ее надо куда поставить? Где-то вторую надо поставить. Вот тут. Надо как-то угадать, как. Да, да, ну давай подумаем, что тут еще есть. О, рыба. Рыба. Теперь нам осталось сколько? Одна голова. Да. Да. Мы тут прятаемся, ты нас не найдешь. Иди пытайся вот этот код взломать. Подожди, мы тут сюда. И надо ту лапу поставить как ту. Я понял. Я все понял. Да ты все понял, конечно. А, молодец. Так. Так. Это две один. Вот так. Не работает. Так. И это так. Я же говорил. Я просто похлопал. Я же говорил. Вот та кладовка какая. Это что, ворона? Что это за птичка? Ворона обычно. Это ворона. Птичка невеличка. Вот, то можно открыть там люк. Люк. Вон там люк. Вот люк. Сейчас открыть люк. А, нет, нельзя. Можно как-то. Может и нельзя. Надо гаечный ключ, чтобы открыть люк. А где? Яблоки золотые. А где нам его? Майнкрафт? Золотые яблоки. Где золотые яблоки? Майнкрафт или что? В Майнкрафте есть обычные золотые яблоки, обычные яблоки. И золотые зачарованные. А что тут? Мы сейчас ничего тут не нашли, получается. Золотые яблоки. О, ключ. Чего он расховался?
У нас уже два ключа. Но тут мы уже использовали, но уже нет. А, да, у нас нет. А может тут где хнык-хнык? Так, ключ. Туда, да. Что нам открыть? Соседа открыть? Золотые яблоки. А может нам соседа надо открыть? Как надо соседа открыть? Больше ничего нет? В животе у него сейф. Что, разрежем живот? Так, что тут? Его нельзя убить. Не надо его убивать. Ну, конечно, не надо. Третью часть не выпустят. Где мой лом? А, моего нету уже. Да, один ты там выкинул, а один он забрал. Так, что нам дальше? Используем где-то ключ на втором этаже, да? Угу. А, лома нету, чтобы открыть эти двери. Да, ты что, забыл лома? Так вот, так кто дом охотник? Где он? Ножницы. Тихо. Он бежит. Блин, а где мой лом? Он где-то, ты где-то его выкинул, не там. Где? Блин, я ж без лома не смог. Смог? Ну там же. А что мы взяли? Ножницы. Ты что, у нас двое ножниц? Да. А сосед? Где? Вот тут, вот два ножки. Ножки бежали по дороге. А что у нас тут? Бери, ну. Там лом. Можно открыть с той стороны. Где лом? Во, одел. Ты что-то смотрела, вроде. Вот тут можно, смотри, тут открыто. Он забаговал. Так можно везде побегать? А тут это попробовать открыть? Надо где-то поискать. Что там лежит? Ключ чешуй, фонарик чешуй? Фонарик, да, фонарик. Фонарик. Мы разбить это не можем. Папа. Да. Там открыл, попробуй открыть. И оно закрыто. Она, конечно, блин, открыта. Он забаговал, он до сих пор стоит. Все, лом есть. Без лома мы же никак не сможем. Да, потом, блин, можно... Так, голову сейчас опустим. Тут половина. Так, вот рыба. А, нет, не рыба. Это тот ключ? Нет, потом сердечко, а тут нет. А, вот это. Ничего, что мы тут у тебя пошалим, сосед? Так, голову. Вот рыба. Все, осталось найти нам. Кабана мы знаем. Это кабан сидит. Значит, медведь. Сюда надо что-то положить тяжелое. Надо будет найти гирю. А, это еще когда? Фотография с мальчиком. Help me, помоги мне. Чем ты такой радостный? Мы ищем это маленькое. Ух, елки, это молния была. На этом видео подходит к концу. Мы прошли часть третьего дома, соседа. И следующий этап прохождения будет дом охотника. На этом наше видео заканчивается. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нашим следующим видео. Спасибо. Пока-пока.